Скандинавский детектив с трагическим концом. Полиция Дании нашла тело пропавшей без вести журналистки Ким Валь. Она интересовалась расследованием наркотрафика. Как погибла девушка и причастен ли к ее смерти изобретатель Петер Мадсен. Подробнее Татьяна Лагунова. Две недели поисков, различных версий и предположений полиция Дании уже знает. Пропавшая без вести шведская журналистка Ким Валь мертва. Я бы хотел выразить соболезнования семье Ким Валь. Сегодня утром я сообщил ее родственникам, что ДНК найденного тела совпадает с ДНК Ким Валь. Тело женщины нашли накануне у побережья Копенгагена. С моста его заметили прохожие и сразу же обратились в полицию. Находка была настолько страшная, что правоохранителям пришлось подбирать слова. Это женщина, торс женщины. Когда я говорю торс, я имею в виду, что тело без головы, рук и ног. Ким Валь пропала без вести 10 августа. Она вышла в море с датским изобретателем Петером Мадсеном на подводной лодке «Наутилус». Это было редакционное задание о Мадсене. Проектировщики субмарины ракет журналистка должна была написать статью. На следующий день «Наутилус» подал сигнал бедствия, и лодку подняли на поверхность. Но на борту был только капитан. Сначала Мадсен рассказывал, что незадолго до крушения высадил журналистку на берег, но потом поменял показания и заявил, девушка погибла на борту лодки в результате несчастного случая, и он похоронил ее в море. Пока что Мадсену предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, но не исключено, что после выводов судмедэкспертов статья может измениться. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности Европейское бюро телеканала «Интер».